Сотрудники госавтоинспекции налаживают, можно сказать так, взаимоотношения с другими участниками дорожного движения и призывают их реагировать на факты нарушения правил дорожного движения. То есть, если вы сняли на свой видеорегистратор грубые нарушения правил дорожного движения другими участниками дорожного движения, допустим, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие, любой участник дорожного движения может обратиться к нам на сайт в рубрику «Обращение» и прислать обязательно ссылку на данную видеозапись.